Всем привет, меня зовут Екатерина Донцова, и в этом видео я хочу поделиться с вами своими покупками по новому осеннему каталогу. Вот так он выглядит, да, и, конечно же, вот эта первая новиночка в этом каталоге, новая тушь No Compromise, я ее не смогла пропустить, я ее заказала. Заказала сразу две, потому что в каталоге идет акция, когда берешь две штуки, они дешевле получаются. И я ее уже попробовала. Вот видите, у меня одна запечатанная, так вот, в пленочку, в слюду, да, то есть все гигиенично, никто не пользовался. Одну я уже открыла, ее попробовала. Вот вы видите, у меня ее на ресничках. Мне очень она понравилась. Очень удобная щеточка. Сейчас я покажу вам ее, да. Она фибровая, такая вот пушистая. Очень хорошая, очень удобно ею наносить тушь. Но поскольку она новая и совсем-совсем еще свежая, то, конечно, мне пришлось три слоя наложить, чтобы более-менее такие пушистые реснички получились, да, потому что она еще совсем свежая, совсем такая текучая, легкая, да. Неделя-две пройдет, и тушь будет более-менее нормальная, и будет еще лучший эффект. Я могу сказать, что, как было заявлено, она дает хороший объем, но не совсем хорошую длину, да. Вот, но при этом все равно реснички очень красивыми смотрятся, действительно очень классная. Еще очень крутая фишка в этой туши в том, что она влагостойкая, то есть вы, если попадете под дождь, или если вы любите плавать в бассейне, там, в море, да, или, не дай бог, будете плакать, то она у вас не растечется, не будет эффекта панды, да, но тем не менее, несмотря на то, что она влагостойкая, она очень легко смывается теплой водой. Вот такая у нее интересная формула. Я вечером сегодня опробую и обязательно сниму небольшой обзорчик, расскажу свои ощущения, как она снимается, да. Но это действительно инновация, это действительно круто, когда вроде бы влагостойкая тушь, она будет у тебя целый день держаться, и при этом вечером тебе не нужно использовать какие-то дополнительные средства для ее снятия, и она очень легко смоется теплой водой. Так что попробуем, я вам расскажу. Так, еще появилась новинка серии The One. Это вот такая вот помада Хамелеон. Сейчас я вам ее покажу. У меня ее заказала соседка. Я что-то пока не осмелилась, да? Все думаю. Но могу сразу сказать, она очень интересная. Вот такой вот яркий ежевичный цвет. Интересный, да? И очень-очень приятный, очень такой легкий аромат. Очень нежный. Мне понравился вот именно аромат, да. Ну, я думаю, что на губах она тоже должна очень быть интересная. Из такого ежевичного цвета губы, конечно, не будут. Она перейдет в естественный розовый оттенок и подстроится под ваши губки. Так что попробуйте, если любит кто-то такие вот экстремальные вещи, интересные ощущения, да. Вот. И еще одна новинка из серии The One, которую я очень давно ждала. Это вот такой лак. Лак покрытия сушка. Я его уже попробовала. Я нанесла сегодня, правда, такой, не знаю, насколько видно, легкий такой жемчужный оттенок. И решила попробовать, насколько быстро этот лак справится и высушит, да. Это действительно бомба, девочки. Это просто супер. У меня просто даже не могу подобрать слова. Это класс, потому что действительно этот лак очень быстро сушит. Буквально за 5 минут весь маникюр высох, и ты не боишься, что ты где-то что-то заденешь и что-то смажется, да? Поэтому это классная вещь. Если где-то на каком-то ногте нанесете чуть больше толще слой, ну, чуть-чуть просто подольше будет сохнуть. Где-то за 5 минут у меня высох маникюр. Если чуть более толстым слоем нанесете лак, то, ну, может быть, максимум там 10 минут, да? И за 10 минут высушить маникюр, ну, это вообще сказка, да, поэтому обязательно попробуйте, очень крутая вещь, мне очень понравилось. А далее, конечно же, я не смогла пропустить в этом каталоге сухой шампунь, я, когда он появляется со скидкой, всегда себе хотя бы один флакончик беру, потому что это классная палочка-выручалочка. Данный вот шампунь идет для тонких волос с эффектом объема, да, то есть он не только свежесть волос поддержит, но еще и объем придаст. Вот, я его не так часто использую, но его примерно хватает где-то на 10 применений.
ну вот в среднем, да, может быть, чуть меньше, если вы больше будете его наносить. Но это действительно классная вещь, когда нет времени помыть голову, но надо ее освежить и убрать жирный блеск. Вот этот шампунь действительно очень классно помогает, поэтому обязательно возьмите себе на вооружение или там куда-то, если в дорогу едете, тоже удобно, нет возможности помыть голову, то он очень быстро поможет в этом плане, да. Но это ни в коем случае не замена обычного шампуня, да, как бы не путайте. Далее, что еще? В этом каталоге вышла новинка серии Discover, я решила тоже ее попробовать, потому что люблю апельсинчик, и вот такой набор взяла. Это гель для душа и мыло. Французский Прованс, да, это с лавандой и апельсином. Очень интересный, необычный аромат. Он больше такой, наверное, на вечер, перед сном, потому что лаванда успокаивает, да. И в то же время цитрус немножечко дает какую-то такую кислинку и придает какую-то необычность. Вот, еще взяла сейчас со скидкой идет мыло Love Nature. Еще прикупила кусочек мыла клубничного, поскольку люблю очень эту серию. И особенно вот клубника с лаймом мне очень понравилась. Очень свежий, легкий аромат, прям сказка. Так, еще, кстати, вот соседка у меня еще заказала ароматы в подарок. Очень классные. Сейчас очень хорошая скидка, значит, на аромат из серии Men's Collections Dark Wood. Да? В этой коллекции вообще три аромата, но вот она выбрала вот этот, поскольку страничка в каталоге была ароматизирована. Ну и в принципе они все очень хорошие, легкие и универсальные, подойдут в принципе на любой возраст и на любую погоду. Далее, классная акция идет как раз на Venture Beyond, очень тоже такой приятный аромат с цитрусовыми нотками. Если ваш мужчина любит цитрусовые нотки, то, пожалуйста, берите. И хороший такой аромат, классика Eclat Louis. Тоже сейчас идет по акции с хорошей скидочкой, обратите на него внимание. К нему еще есть женский аромат, тоже серии Eclat, да? Вот, можно, если кому-то идете на праздник, там, да, в подарок взять, или просто в гости едете и хотите что-то подарить такое, да, то можно как раз вот парные ароматы взять по очень хорошей цене в этом каталоге. Ну и, конечно же, я в каждом каталоге беру свои любимые витамины Wellness Pack. Очень их люблю, потому что это залог моего здоровья, защита моего иммунитета. Вот, и профилактика всех-всех болезней, да. И в этом каталоге у нас еще вышла новиночка в серии Wellness, вот такой вот протеиновый комплекс. Я уже рассказывала, что я пью коктейли, я их очень люблю. Вот, и сейчас вышел вот такой протеиновый комплекс, он без вкуса. В чем его фишка? В том, что его можно добавлять в любое блюдо. Если коктейль, он сладкий, и приходится его миксовать только с какими-то фруктами, ягодой, кефиром, да, и его нельзя разводить в горячей воде, там, в горячие какие-то блюда добавлять, да, то вот этот комплекс разработан именно таким образом, что вы его можете в любое блюдо добавить, просто обогащая дополнительно белком и клетчаткой свою пищу, да. Почему он так важен, да? На самом деле белок – это неотъемлемая часть нашего организма, и он должен поступать постоянно. Но наше питание, к сожалению, не соответствует тем нормам, которые мы должны потреблять. Вот. Белок – это строительный материал. Любая клеточка нашего организма, она состоит из белка. И насколько качественный белок, насколько достаточно его поступает в организм каждый день, зависит ваше здоровье, зависит то, какие клеточки будут зарождаться каждый день. А у нас каждый день производятся новые клеточки, зарождаются, да, в различных органах. Ну, например, кожа лица у нас обновляется где-то в среднем за 3 недели, да, поэтому тут важно понимать, что если у вас будут появляться новые клеточки неполноценные, да, когда недостаток белка, они будут появляться поврежденные, да, что из этого будет следовать? Ну, если говорить про кожу, то, соответственно, кожа будет более тусклая, да, кожа будет уже с морщинками появляться, с какими-то провалами. Почему эти морщинки появляются? Потому что недостаток питательных веществ идет и не может достаточно быстро и хорошо обновиться все слои кожи, да, и поэтому происходят вот эти вот неровности на коже. Вот, поэтому очень важно дополнять свой рацион вот таким белком, и этот комплекс очень хорошо помогает в этом плане, потому что он не меняет вкус продукта,
но тем не менее вы обогащаете его ценность питательную, да? Вот, поэтому обратите внимание на этот продукт, обязательно изучите его подробнее. Сейчас не буду про него очень много рассказывать. Это действительно шикарный продукт. Для него, наверное, я сниму отдельное видео. Вот. А пока могу сказать, что более подробную информацию про этот продукт вы можете узнать вот в такой книге красоты. Очень классная книга. Здесь собрана полезная информация о нашей продукции, продукции Wellness и Nourish по уходу за лицом. Здесь есть интересные статьи, интересные факты. Это реально как, ну, такой глянцевый журнал, да? Вот, поэтому не отказывайтесь от него в своем заказе. Обязательно возьмите, почитайте, это очень интересно. Вот, ну и, конечно же, с этим заказом я получила новый каталог. Я его уже полистала. Для меня это вообще уже... Ну, я фанат уже продукции Oriflame, и когда я получаю новый заказ какой-то, и в нем есть новый каталог, я обязательно первым делом, что я делаю, это смотрю новый каталог. Раскрывать все секреты не буду, он действительно тоже очень классный. Каждый каталог у нас выходит всякие новиночки, новые акции. Поэтому следите за моими следующими видео, обязательно увидимся в новом обзоре, и я вам все расскажу. Вот, ну, а на этом у меня все. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю. Целую, пока.